Нашему земляку, герою Советского Союза, воину-интернационалисту Игорю Чмурову исполнилось 50 лет. В день юбилея на собрании в администрации городского поселения Одинцово юбиляру вручили символическую фигурку легендарного основателя города, боярина Одинца, и внушительную поздравительную грамоту. В адрес Игоря Владимировича прозвучало немало теплых слов. Помимо звезды Героя Советского Союза, он награжден и одной из самых уважаемых и честных солдатских медалей за боевые заслуги. Медаль за боевые заслуги – это высшая награда солдатских медалей во все времена советские. И он был в первую очередь ее удостоен. А многочисленные операции, в которых он принимал участие, позволили принять решение Верховному Совету о присвоении ему звания Героя Советского Союза. Он был награжден орденом Ленина. Еще один неожиданный сюрприз знаменитому имениннику сделал председатель Одинцовского районного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Николай Якушев. И по поручению Президиума Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Игорь Владимирович Чмуров награждается знаком «Почетный ветеран Подмосковья». Сегодня Игорь Чмуров занимается активной общественной деятельностью, которая неразрывно связана с нашим Одинцовским районом.